Братан, подпишись на канал. Почему ты смотришь без подписки? Сделай это для меня, пожалуйста. Спасибо. Всем доброго времени суток. Открываем снова кейс на изидропе. 2700 на балике. Давайте начнем с изи тайного. Посмотрим. Понадеемся на хороший дроп. Right now. И это хуйня. Аух. О, да. Спасибо тебе, сайт за аук. Давайте, мне повезет, где он. Давайте сразу 4 раза. На все бабки. С самого начала на все бабки, ебанем этот кейс. Он может выдать. И выпадает. Но USP, кстати, неплохо. 2300. Но мы в минусе, кстати. Давайте это еще раз на все бабки. USP-шка на засейва. И снова USP-шка. Ну, если МК дорогая будет, то это норм. 2500. Давайте еще раз. Это будет проверка кейса, мне повезет. Такой видосик интересный. Надеюсь, что вам понравится. ВМК-10, он может быть очень дорогим. 3 косаря. Охуенно. За 3 куска МАК-10. Покрутим этот кейсик. Понадеемся на хороший какой-то лут. Давай МАК-10 снова за трешку. Нет, 2700 всего. Я ж продал. Вот этот МАК-10. Он почему-то дорого стоит. И... вот это конец. 1000. На 4 раза не хватит, давайте 3 раза. Проверка кейса, мне повезет на Easy Drop. Звучит интересно. Нож. Снова не окуп. Да. Нож бродяга. Мне кажется, сайт начал сливать. Причем конкретно и очень больно. 1500. Давайте 3 раза. Один раз нас хорошо купило, а потом все. Ядерная угроза. Но он дорогой, вроде бы. Должен быть. 800 рублей, да, но все остальное это дешманская хуйня. Это самое ужасное, что может быть. Давайте по, давай по 3К оба. Нет, ни один так дорого не стоил, к сожалению. Просто вы убиваете МАК-10 за 3000, я готов бесконечно. 400 рублей, по-моему, тоже 400. Нет, за 1000 упало. Хорошо. 3 раза. За сорвикуш активно крутит. И это... плохо. 1900, а мы потратили... Кстати, я купил. Хорошо. Кейс стоит 600 рублей. Он может выдать что-то классное, может и нихуя не выдать. Вот это был бы невероятный сайт просто. 1800, хорошо. Хочется на самом деле выбить отсюда нож. Даже самый дешевый. Любой, даже самый дешевый нож уже будет приятно. Хуйня. 1400. А не хват... нет, не хватает. А есть у нас какая-то хуйня, чтобы ее продать? О, аух есть, кстати. Можно его продать. И продолжить крутить. Где он? Мне повезет, вот он. 3 раза. Поехали. Блин, я тоже хочу в нож. Реально хочется выбить просто ножик. 2 револьвера, блядь. Один дороже, трой дешевле. 1600. В минусе. Пока что мы постепенно уходим в минус. Ой-ой-ой. Поехали. Доталово этот кейс. Просто доталово его докручиваю. По 90, пожалуйста, нет. Вернись. 400 рублей. Изумрудный дракон было бы невероятно круто. Ну или нож. Ава. Ну, нам на один кейс еще, дай бог, хватит, наверное. Да, на последний. Судя по всему. Просто с такими темпами это будет наш последний кейс. Револьвер. Нет, МК. За косарь. Держимся на плыву. Держимся пока что на плыву потихонечку. Выживаем. МАК-10. Давай за косарь. Да, хорошо. Трижды. Еще трижды кейс. Давай, прям сейчас что-то крутое. Гунгнир, блядь, я уже... Конечно, конечно. В Гунгнир хочется верить, но...
Если дроп не настолько щедрый сайт. Что, давай. Чтобы гунгнир выдавать. Гунгнир слишком дорого. Скоростной зверь. Хорошо. Окупает. 2000. На 4 раза не хватит. 3 раза. Поехали. Скоростной зверь. Это круто. Калаш азимов. Тоже хорошо. 2400. Продаем. 5 кейсов. Хватило нам на 5 теперь кейсов. И теперь мы отлетаем просто. 1800. 3 кейса. Давай, давай мне еще калаш азимов. Прямо сейчас. Револьвер, Франклин и опустошитель. Ну хоть за косарь опустошитель, чтобы был. 400 рублей. 2 кейса. Это будет печаль. Один кейс нам еще хватит, конечно. Но всего лишь на один. Это все какую-то хуйню убиваю. Никто этот кейс не крутит, кроме меня. Дигл за 500. Нет. 800 рублей. Хорошо, давай, обновляй быстрее, изидроп. Я ж продал. Он что-то лагает сейчас. Тут выпил МАК-10. АВП. Да? Нет, коллаж. Давайте другой кейс покрутим. Я уже устал этот кейс один тоже крутить. Потому что он нас держит на одном месте. Давайте кейс сахара 10 раз. Сейчас давайте отдалю немножко вот так. И посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. 1000 рублей. Потратили 1300. Приблизим, ладно. Чтобы интереснее было. Крутить и смотреть. И только ГОК. 1700. Хорошо, купил. Давайте. Звук залагает на зидропе, когда крутишь. Тут ничего, да? Тупо ничего. 1000 рублей. Поехали. Кстати, откроем просто кучу кейсов. И дорогой кейс покрутили уже, и всякий мусор успели покрутить. Обезьянье дело и ГОК. Это неплохо. 1500. Давайте. 2500 на балике. Давайте теперь сорви куш. 10 раз. Главное, чтобы не 10 шарпов. Вот что-то я сильно отдалил, по-моему, но... Но это не окуп, кстати. 330 рублей. Еще 10 раз. Дигл. Это окуп. Окуп это хорошо. 550. Хорошо. 2670 на балансе. Давайте изи тайное. 2 раза. Мне повезет, нам хорошо выдавал. Выдаст ли мне изи тайное? Нет, ничего не выдаст, как всегда. Этот кейс никогда не выдает, это... Это, запомните, это самый хуёвый вообще кейс, который придумал только человечество. Это худшее, что может быть. По-моему. Просто я такого пиздеца не видел. Что может здесь крутануть прикольное? Какие тут есть коллекции? Давайте копал, наверное, пару раз. Вдруг рыцарь. История о драконе. Ну хотя бы фиолочку. Блять. Две пачки билетов. 80 рублей. Не в пизду этот кейс. Давайте мне повезет, просто продолжим. По три, по два, по три крутить. Потому что там вообще жопа. И это... МК... Это окуп. 1900. Да, ну 100 рублей. Но окуп. За 3 косаря будет МАК-10? Или хотя бы за косарь? Да. 2000. И... Вот это, конечно, суперсет. 1300. Нам пока что хватает, но 1300. Это минус. Не сейчас минус. Если МК такой косарь не стоит, это будет тоже минус. 400 это минус.
Если бы он с двух кейсов выдавал на 1300, а не с трех. Это было бы приятно. Но даже один кейс может сейчас не хватить. Мне на один хватает. Последний. Возможно, это последний кейс. Мак 10. Давай за три коска. Нет, 600 рублей. С фрикейса, USP-шка и зверины. Неонуар, хорошо. Это неплохо. На два кейса теперь хватает. Можно было открыть три, но лучше два. И... Но это неплохо. Это почти окупает. Ничего. Пока что эти дроп ничего годного вообще никому из не выдает. Но лучше бы предыдущий сет упал. 10 тысяч рублей. Все равно потихонечку скатываемся. Прикиньте, сейчас какой-то, не знаю, хотел сказать, Дигл Пламя там дропнется. Или История Драконя. Ну, куда там? Если есть кое-что получше под названием Франклин. Револьвер. И... Баланс потихонечку уходит. 137 рублей осталось. Снова револьвер. Неужели не револьверы остались? Не, ну с изи тайны это не так плохо. Нож становись, было бы хорошо, но нет, револьвер снова. И нам не хватает садина кейс. Крутяк. 4 раза кейс сахара. Нам не хватает даже на еще один кейс. Колымага. Но это неплохо. Это, скорее всего, нужно купить, может, на 1000 рублей. Хорошо. Продолжим гнуть свою линию и открывать кейс. Мне повезет. Надеюсь, из него что-то крутое достать. Ёбаный так 9, блядь. Вот эти его пламя. Он 15 тысяч стоит. Градиент по слишком жестко уже. Мак 10. Давай за косарь хотя бы. 500 рублей. Хуй там. Крутим еще, еще. Опустошитель. Давай дорогой опустошитель тогда мне уже. Чтоб я мог еще кейсики покрутить. Хорошо. Мы все скатываемся и скатываемся. Так 9 вот это Габелла. У нас больше ничего нет. Нет, 400 рублей на балике. Есть вариант при два засекреченных. Франклины ебучие, они всегда падают. Мне с этого кейса постоянно Франклина ловлю. Блять. В принципе, ничего не изменилось. 200 рублей и последний кейс. Я попрошу вас поставить лайк. Написать комментарий. Подписаться на канал, потому что 90% смотрят без подписки. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Вам не сложно, мне приятно. И я продолжу для вас пилить какой-нибудь классный контент. И да. Нет, еще не заканчиваем. Хотел сказать, что мы закончим, но, видимо, еще не совсем. Давайте СРВ куш по 5 раз. Фастом. 1200. Блин, пацаны, я уже хотел заканчивать, но давайте все равно открою этот кейс, и там закончим. Все, еще раз всем спасибо за просмотр. Напишите, пожалуйста, комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем спасибо и всем пока.